Татами номер 3, приготовиться. Весовая категория свыше 73 килограмм. А вы же это Шинкет Каласа. Надо... Победу одержал Вячеслав Герчич. Полуфинальной встречи. Яноман. АУЕ-100. Либо не чувствуешь рука, какие движения должны. А то он тебя заходит, и ты руку выставляешь. Зачем? Вот стоишь. И ставил его. Зайди на сетку. Ну какие сюда на него. Вот эта рука, а ты заходишь, эта рука стоит. Вот эти руки, они должны быть рабочие. Часто бороться с прошивкой, но право с вами нет. Вот так будет резать.